Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, это мы забрали. Изваяние общего сбора. Ага. Это, конечно, хорошо, изваяние общего сбора, но не для меня, ребята. У меня не хватит столько самоцветов. Так, и что же нам здесь выпадает? Мне кажется, скользкопев, потому что он чаще всего, ребят, выпадает. Ну... как обычно, ребята, скользкопев. Ничего другого, блин, мне не дадут. Разместить, конечно же, что я могу еще сказать. Так, только я буду размещать его в ангаре. Так, кипятильник, все кипятишься, да? Все кипятишься, давай мы, наверное... А, нет, не получится там по-быренькому. По-быренькому не получится. Так, огнепек, получил уровень. Кстати, надо было, ребята, музыку-то отключить мне. Опять, вот некоторые спрашивают, куда пропадает музыка. Ребята, вот эта вот музыка, которая сейчас играет в игре, она, блин, под авторскими правами. Ну, кто бы мог подумать, да? Под авторскими правами какая-то музыка, блин. И поэтому мне приходится, ребят, потом ее затирать. А затирается она, естественно, с моим же голосом. Поэтому в некоторых видосах бывают, ребята, такие, знаешь... минутки тишины. Где-то даже бывает парочку минут тишины. Потому что, ребят, все зависит от того, какой фрагмент они считают авторским. Так, ладно. Здесь древесина. Все это, ребят, отправляем. Соответственно, забираем, отправляем. Все как всегда, все по стандарту. Я, правда, ребята, очень много дней не играл. Я не знаю, у нас событие, наверное, уже прошло, скорее всего. Наверное, мне так кажется. Хотя, может, и не прошло еще. Сейчас глянем. Так, кревет у меня получил левел ап. Шепот. Ну что, давай, наверное, попробуем, ребята. Прекрасно. Все, ребята, еще один... еще один дракон... у нас будет 124 уровнем. То есть ты понимаешь, да, что нам... так, перешкур. Давай мы его тоже покачаем чуть-чуть. Так, ну что же нам тогда с тобой сделать? Ну, давай, 130... что, не хватает? А, нам рыба нужна тут. Я попутал, ребята. Нам нужна рыба. Вот кто у нас за древесину работает. Так, здесь нужно 250. Но нет у меня пока столько. Тут нам подкинули рыбы 225 миллионов. Так, что у нас тут-то лежит? Что-то не могу понять. 100 цветков Фреи. За что-то мне дали, ребят. Наверное, в честь Святого Валентина, который был у нас. Так, ладно, давай лети. Астрид там бесплатно. Ну, здесь янтарь тусклый. Понятное дело, что пак они тебе не дадут так просто. Давай то же самое, бесплатно полетел. А, кривоклык, ты все у меня, блин, Да ладно, ну неужели, ребята? Он поменяется хоть как-нибудь? Никак не поменялся. 91 уровень он получил нам... ну, пока... пускай летит. Ребята, с 91 уровня, по-моему, он же мог у нас... блин, древесины не хватает. Ладно, может быть, мы еще пособираем. А с 91 уровня кривоклык у нас идет на повышение. Ты не помнишь? Я просто не помню, ребята, из головы вылетело. Мы можем, конечно, сейчас это посмотреть. Если зайдем на арену. И там все будет обозначено. Так, сейчас вот здесь еще. Оп. Так, пускай летит. Где-то, где-то, где-то что-то еще у нас должно быть. Угу. Так, пускай он там летит. Так.
Такс. Ага, вот здесь еще. Или... Ну да. А это кто у нас такой? Страхокол? Камнелом. А подожди, а косолом дикарь? Разве у меня косолом дикарь не прокачан? Вот это еще камни... Камнемолот. Новая способность. Так, здесь вроде бы все. Забираем наши здесь награды тогда. И смотрим, друзья мои, по событиям. Один день. Хитрый против стремительных. Все-таки еще не закончилось. Ребят, два дня есть на то, чтобы... Подожди, это новое событие, по-моему. А, это новое событие, друзья мои. А то, видимо, закончилось уже. Блин, я же хотел про Кривоклык это посмотреть. Ладно, сейчас после этой партии я посмотрю. Он, по-моему, должен повышаться у нас по уровню. 19 левел должен получить. Если я что-то не путаю. Так, здесь, ну, с креветами пока все. Савиш, пока все четенько. Бомбим. Уничтожаем. Добиваем. Так, здесь. Ага. Ну давай, это для нас, ребята, легкая жертва. Ну, Кривоклык мало наносит урона по ним, понятное дело, почему. Потому что не подходит по классовости, ребят. То есть они у нас хитрецы, а этот у нас идет силовик. Поэтому у хитрецов хватает, как говорится, хитрости увильнуться от мощных атак. Эх, рыбка. Ловись, большая и маленькая. Ладно, рыбку взяли. И теперь... А, тут еще загадочный пак у нас. Заберем его. Это пак плеваки. Так, дай-ка я загляну в наших драконов. Где у меня Кривоклык? Вот он, Кривоклык. Да. Да, друзья мои. Ну что же, поздравляю его с 19 уровнем. 650 карточек нужно, чтобы на 20-ку, ребята, его заклепать. А, что там написали? 24 уровень ему нужно, а он у нас... А он у нас, ну, молодой еще. Неопытный, так скажем. Неужели у нас событие тут закончилось, а? В плане, ребят, у нас... Воу-воу-воу! У нас и тут... А, вот хитрый против стремительных. Нет, ребята, не закончилось оно. Но тут один день. Давай-ка мы и здесь тогда продолжим. Там продолжим, здесь продолжим. Здесь, естественно, мы вряд ли пройдем, конечно, все. Так, две волны и здесь один... Один он. Краснопузый. Ну, мы его, естественно, ребят, забомбим. Так, последняя волна. Тройной удар. Ну, я, наверное, с тройного начну. Кривоклык, к сожалению, его не добьет. Не добьет, да. Так, они сейчас сходят. Блин, он усилил атаку. Эй, ребят. Давайте как-нибудь потише. Оставьте, пожалуйста, в покое моего, блин, Барсика, а? Ну вот это сейчас охламал, конечно, звезданет. Нам, грубо говоря, повезло, но этот добьет, наверное. И опять нам повезло. Вот такие, ребятушки, мы везучие. Ну-ка, порадуй папочку. Да ну нафиг, какой ты 22 миллиона рыбы. Дали бы лучше плод мудрости. Не позорились бы. Ага, ареновский пак. Там, он содержит новичков. Ну такой дрещевский, короче, будет пак. Этот. Два пристиголовых, да? Радужных каких-то. Волны по-прежнему две. Ну и хорошо.
Так, давай кусанем. И добивка, наверное, будет. Ага, добивка, конечно. Что-то Рэй совсем уж. Кусаем, хиляться будем? Наверное, будем. Наверное, будем, ребят, хиляться и... Хе! Промахнулся. Все, до свидания. Так, морозник у нас здесь и... А не два морозника, ребята. Просто разноцветные. Блин, как ты мало бьешь, крю... А, у тебя пониженная атака. Я думал, почему он так вообще... Вообще ни о чем атака была. А он, оказывается, под пониженной... Под пониженным дебафом сидит. Все, пока. Ну, давай глянем, что тут выдадут. Серьезно? Спасибо. Спасибо за прилив сил. Очень-очень благодарен. Так, избираем тогда загадочный пак. Арендовский пак, точнее, который содержит новичков. Торморез, громобой, громыль. Слушай, а в конце хороший пак там, а? Блин, хотелось бы, конечно, его получить. Пак отличный там какой-то, видишь, в конце. Может быть, этот пак даже называется зима. Были такие паки у нас. Зима, лето, весна, осень. Так, ну что, патриарха-матриарха будем валить в первую очередь. Я так считаю. Минус 120. Так, рогобой. Ничего у него не вышло. А волны две. Волны у нас тут, друзья мои, две. Ну, все равно, в любом случае, тут уже понятное дело, что мы пройдем. А на второй волне у нас... Вот как. Однотипки, просто, ребята, цвет. Цвет разный. Ну, у этого стандартный, а этот какой-то потемневший. Хотя здесь он выглядит, да, тоже как-то потемневшим. Ну что, в топку его? Здесь хилочку врубим. Ну, я думаю, что Кривоклык и Барсик. Барсик, наверное, добьет все-таки. Давай, Барс. Вот и все. Ну-ка, что нам тут дадут? Древесину в минимальном количестве. Молодцы, конечно, красавчики. Так, это мы закрываем. Да закрываем, говорю. Да что ты делаешь, блин? Вообще взял меня, выкинул. 350. Давай мы его тогда на поиски, ребят, отправим. У нас все равно нету столько рыбы, чтобы... Даже не на поиске, а в приключении. Хороший облик, но... Остров мелодий. Блин, я его ни туда не могу, блин, отправить. Ни на один из островов. Потому что там нужна рыба, там нужна древесина. Барс и вепрь, отлично. Так, это мне не надо. Вот это вот. Дай. Забираем. Забираем и отправляем. Так, и... Грибник, вечный-вечный грибник, друзья мои. Ну что, пока... Пока получается все. Погнали дальше, ребята, на наши события. Грозы, злобные вандалы, вперед. Тут загадочный пак. Там потом блестящий янтарь. Не знаю, есть сейчас вот 3 часа времени дня у нас, да? 3 часа дня. Вечер, может быть, ближе к 10. Сколько-то энергии накопится. Там, по-моему, одна энергия в 4 часа накапливается. То есть, ну, прикинь, сколько мне нужно, чтобы накопить 5 энергий. Больше суток. Такс. Добили. Морозник, хорош тут бы. Воу. Так, глядишь, и Барсика бы завалил, а, ребят. У него такой шанс, кстати, еще будет.
Сейчас что-нибудь, как всегда, плюнет. Тем более, ага, ну не туда, слава богу. На пониженной броне, конечно, у тебя все очень плохо заканчивается. Два тройных удара. Два тройных удара. Им главное, ребята, не давать три энергии, потому что иначе они начинают сразу применять свои массовые атаки. А массовая атака у них очень-очень болючая, так скажем. Массовые атаки, они все, ребята, очень неприятные. В любой игре. Давай, наверное, хилимся и побеждаем. Ну-ка, посмотрим, что у нас тут. 37,5. Да что вам делать? Я просто хочу закрыть, блин, они меня, блин, выкидывают постоянно. Запарили уже. Огнепек. Огнепек у меня есть. Забираем с тобой загадочный пак. Сколько у нас? У нас всего лишь одна энергия. То есть получается вот один поединок. А нам нужно будет раз, два, три, четыре, пять. Ну да, еще пять энергий, ребята. Нам не, ну как раз не хватает. Нет, мы можем купить за руны. Может быть, даже и придется так сделать и пройти это событие. Но у нас еще там событие, не забывай, есть. Надо было вот этого убить, у которого 17, 17 уровень. Ну, нормально. Прошили мы этого гаврика. Опа, на усиление атаки, ребята, он сделал. Добивай его, пожалуйста, по красоте. Так, чудовище плюс. Давай я, наверное, с чудовища так начну. Этот подождет пока. Этот пока подождет. Ну, давай добиваем. Можно было, конечно, и хил врубить через хилку, но пускай будет так. А все-таки все равно через хилку. Понятно. 75 миллионов древесины. Так, я хотел посмотреть, ребята, сколько, например, стоит у нас, ну вот если, грубо говоря, 5 энергии. 260 рун. Ё-моё, ребята, это чуть больше половины, чем у меня есть. Ну, пак зимний, да, это пак зимний, ребята. Через 3 часа 38 минут накопится энергия. Через 3 часа 38 минут. А сколько стоит одна? 65. 65. 65 и 65. Это получается 130. И 130. 260. Тут 4 энергии, ребята. Вот если так брать, 4 энергии возьмешь всего за 260. Тут 5. То есть получается так выгодно. Вот так вот брать. Ну, ладно. Пойдем, наверное, тогда то событие. А, тут у нас вон Монетвудина. Так, новичок. Ужасное чудовище. Громобой, Вострозуб. Еще, пожалуйста, один пак. Шторморез, Древоруб, Экзотический шепот смерти. И что у нас там? Разнокрыл, это обычный разнокрыл. Ну, такой, естественно, у нас есть. Я даже смотрю, уже, ребята, три в наличии. Пускай в ангаре сидит. Так, по сезонке. Так, мы зарабатываем с тобой награду. И это, опять же, загадочный пак. Ну давай, шторморез, пристиголов, водорез. Как-то так. Ну что, погнали? Погнали, у нас, ребята, есть
хитрые против стремительных, которые сегодня мы должны, по идее. И опять же, ребят, в конце видел, что яйцо скользкопиво разыгрывается, блин. Ну, очень много скользкопивов. Он очень часто выпадает нам. Я бы лучше, конечно, хотел бы получить пакет зимний, если честно. Я не знаю, может быть вечером, друзья мои, может быть вечером созрею где-то к часикам, может быть, 7-8 вечера. Посмотрю, сколько там накопится энергии, и можно будет докупить. Я не знаю, буду я за кадром делать или это буду снимать видос. Посмотрим. Просто если я буду видос снимать, ну, у меня там получится только что, ребят, только пройти арену, потому что в награды еще, как говорится, не откатятся. Ну, в общем, посмотрим. Главное, не забыть об этом. Так, ну что, добьем его, наверное. Поехали. Так, дерево дали. Дерево дали. И сейчас мы с тобой заберем пак плеваки, по-моему, насколько я помню, это у нас. Кстати, друзья мои, а почему тут три энергии, блин? Я думал, что мы сейчас пройдем с тобой, а хрен получается. Вон, посмотри внимательно. У нас всего здесь три энергии, блин. Опять подстава какая-то. Почему здесь дают гады три энергии всего, а? Блин, я думал, сейчас мы с тобой события пройдем. Прошли, ага. Держи карман шире. Значит, получается, вечером в любом случае надо будет, ребят, заходить и проходить это событие и то. Там, тут нам не хватает 3 энергии, получается, и там 5. То есть это, грубо говоря, они меня просто хотят развести на руны. По-другому не назвать, просто развод на руны. Ну что ты там? Пониженную атаку мне тут наклепал везде. Такой весь в шипах, блин. Весь в шипах. Ну, здравствуйте, что это вы все там скопом начали ходить-то? И они опять втроем сейчас будут ходить, да? И кто-то как раз будет, наверное, с мощной энергией. Хотя нет, они потратили, он плевок сделал, этот не стал, ребят, ничего такого делать. Криминального, так скажем. Ну, они, конечно, под пониженной атакой бомбят. Просто ничтожно мало, ребят. Очень мало. Что это? Ну, что это вот? Ну, все, добиваем. Так, необычный пак, ребята. Ну, хоть что-то, хоть какое-то разнообразие. В необычном паке обычно у нас, ребята, ресурсы лежат. Все, энергия закончилась. Раз, как раз двух энергий, ребят, не хватает. В общем, 6 часов. Да, где-то получается, ребята, в 9-10 часов у нас накопится здесь 2 энергии. Там тоже 2 энергии, но там придется докупать 3. Тогда мы с тобой сможем событие это допройти. Давай, наверное, так и сделаем, так и поступим. Так, тебе за рыбу же надо, да, по-моему? Я отправлю его, ребят, там, где за древесину, вот. Пускай летит. Блин, сюда надо бы... Ай-яй-яй. Какая-то катастрофическая нехватка ресурсов, друзья мои. Фига ж, 4 тусклых янтаря... Ой, этих блестящих янтаря можем сделать. Так, вроде бы все, друзья мои. Вроде бы все. Все при делах, как говорится, все что-то елозят. Давай откроем здесь. Сокровища плеваки. Тут чисто ресурсы, ребят. Изумруд. Нет. Давай изумруд в сокровище пускай полежит, потому что и так у меня игра лагает из-за ваших вот этих всех штучек-дрючек, так скажем. Тайфумеранг. Ну, это тайфумеранг, ребят.
Самый обычный, что ни на есть. Давай, иди в ангар. Ну, вроде бы все. Ладно, друзья мои, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.